Всем привет! Сегодня мы вам покажем монтаж такой конструкции. Новогоднее оформление входной группы отеля в Москве на Тверской. 75 и 120 метров гирлянды. Вкратце расскажу, из чего она состоит. Денис, в чем дело? Перемотал? Как сказать? Конечно, проводов видно быть не должно. Между веточек, между елей. Это рубрика с места событий. Уже за полчаса уже наряжаешь. Не приставай ко мне. Дел много. Это рубрика с места событий. Это та рубрика, когда просто берется камера и некогда одевать стабилизаторы, некогда выставлять свет. Просто делаем и снимаем. Ну хотя бы так. Массаж. Это когда здесь выгибают, ты выгибаешься вот так. Настя, сколько здесь кругов? 1200. 1200 кругов. И сколько здесь булавочек? 2400 получается. Если нравится, ставьте лайк. Будем рады. Вот эти бусы поедут в торговый центр Эльград в Электростале. Сейчас мы возвращаемся к нашей конструкции. Вкратце расскажу, из чего она состоит. Значит, здесь деревянный каркас, покрашенный в зеленый цвет. И, значит, конструкция вся оформлена у нас таким зеленым шлейфом. Все держится на черных хомутах для того, чтобы хомуты белые не выбивались из общей картинки. Значит, такие три конструкции. Естественно, все заранее мы приезжали на месте, замеряли. Все сделали по размерам. Вот сейчас, для того, чтобы нам не делать монтаж на улице в холоде, мы сейчас закрепляем гирлянду на производстве, чтобы ускорить весь процесс монтажа на месте уже. За ноябрь и декабрь мы не сделали почти ни одного цветка. Все наши оформления и все наши выставленные предложения были абсолютно без содержания больших цветов, потому что мы делаем любые декорации под ваш бюджет и воплощаем в жизнь все ваши идеи. Так что, кому нужно оригинальное оформление, ссылки внизу в описании. Накинули гирлянду. Сейчас будем прятать провода. Конечно, проводов видно быть не должно. Между веточек, между елей будем их прятать. Но выглядит уже прикольно. На конструкцию 3 метра, в данном случае ушло 40 метров гирлянды. Ну и у нас остался пучок для того, чтобы на месте уже спрятали какие-то либо пустоты, заполнили тоже гирляндой. Разгружаемся, начинаем монтаж. Здесь мы оформляем нашу входную группу. Такая конструкция. Сейчас мы ее поставим в распорки и шлейфом задекорируем торцы. Уже за полчаса уже наряжаешь. Это не верхний, это верхний.
Мы его заселяем. Так, а вы все, короче, никак. Я бы еще одну елку собрала, или уже две даже. Денис, в чем дело? А... Размотал? Как сказать? Что-то пошло не так, как всегда. Сейчас самый ответственный момент. Вот у меня вопрос. Скотч у нас планируется остаться? Так у нас получилось оформить входную группу. Ширина конструкции получилась около метра, высота 2,85 и 120 метров гирлянды. Сам процесс не получилось заснять, потому что было неудобно и и не было вообще времени на это. Но показываем результат. Потому что у нас часто просите хотя бы показывать результат.